Малая колокольня в дар Всехсвятскому храму в Минске. Торжественное дарение звоницы и чина священия, приуроченные к празднованию Дня независимости и 80-летию освобождения Беларуси. 9 звонов отлиты по поручению губернатора Санкт-Петербурга. По случаю знаменательной даты и церемония памятного гашения конверта с оригинальной маркой. Новый выпуск посвящен храму-памятнику в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Тираж 10 тысяч экземпляров. В оформлении главный фасад собора, элементы интерьера, на марке неугасимая лампада, на фоне мемориальных ниш крипты храма-памятника. Выпуск каждой марки – это летопись народа в миниатюре. Человеку свойственно делиться с другими людьми самым лучшим, рассказывать о своей стране. А почта – это международное сообщение. А если это марка на личном письме – это та информация, которая остается в памяти и душе адресата. Через эту духовность воспитывать и патриотизм. Ведь это все неразрывно, и, условно говоря, Родина – это не пустой звук. И действительно, вот здесь мы видим, сколько людей отдавали самое ценное, то, что у них есть, это жизнь, ради того, чтобы на Родине все было свободно, мирно, и это позволяло нам с вами заниматься мирным трудом. К слову, почтовый выпуск не случайен. В 21 году храму-памятнику в честь всех святых присвоен статус национального мемориального комплекса.